Единовременная помощь в 700 леев, обещанная президентом тем, у кого пенсия не доходит до 3000, будет предоставлена осенью. Проект находится на рассмотрении в правительстве и в дальнейшем будет передан в парламент на утверждение. Проект де леджи есть в гуверн. Сперка урматуарили септемень в афитрансмис парламенту и шия Иусун Ферковис к парламенту Ивавота. Я думаю, что депутаты ворфи им потрива, де акорда 700 лей на пенсионар. Vreau să văd cei care vor fi împotrivă. Și sper foarte mult că la 1 septembrie sau 1 octombrie acești bani pensionarii deja îi vor primi. Глава государства напомнил, что впервые в нашей стране 1 октября будет проведена вторая индексация пенсий. Отметим, что единовременная помощь в размере 700 леев была выдана пенсионерам во время зимних каникул. Только бенефициарами тогда были те, кто получает меньше 2000 леев. В конце мая президент выступил с инициативой об увеличении числа получателей этой помощи.